Protestatarii au ales macaroanele pentru a face aluzie la informațiile cenzurate pe care le oferă presa loială primăriei. И присоединяюсь к этой акции, потому что я согласен, что в стране должны быть независимые СМИ и работать без давления власти. Мы сейчас тоже доведены до чуть ли не до крайней нищеты. Особенно местная власть нас очень прессует. То есть нам запрещают рекламироваться на радиостанциях, нам не дают информацию из примарии. Unii consilieri locali spun însă că jurnaliștii din Bălți se află în aceleași condiții cu toți confrații lor din țară. Теперь они добиваются, что, чтобы мы закрыли все остальные средства массовые, независимые уже на территории муниципия Бălți. Если мы все хотим добиться независимости от массовой информации, то пускай все между собой конкурируют. Unii locuitori din Bălți îi compătimesc pe jurnaliști. Потому что тяжело, потому что нужно слишком громко разговаривать для того, чтобы их услышали. Все лапшу вешают, а конкретно нам ничего не преподносит. Reprezentanții primăriei nu au comentat deocamdată protestul.